представителей баскетбольного клуба «Будивальных». Начнем с капитана команды Дмитрия Зубовича. Победа она победа, но последнюю четверть мы провели отвратительно. Если мы уважаем себя как игроков и уважаем соперника, который против нас выходит играть, то даже имея преимущество, мы должны играть на полную, а не расхлябанно выходить, пусть с опущенными руками защищаться. Нападение без агрессии совершенно, поэтому сегодня, конечно, просто когда мы так заканчиваем, мы даем команде соперника понять шанс, что вот так, как они сейчас играли, нас можно потом будет переломать, обыграть и так далее, а таких шансов мы не должны давать. Поэтому нужно выносить урок из сегодняшней последней четверти и 30 минут играть отлично, потом просто 10 минутами просто испортить все настроение себе и болельщикам. Хорошо, что выиграли, но все равно я считаю, что болельщики не могут быть довольны за нашу игру в последней части. Поэтому, когда есть возможность, конечно, наиграть какие-то схемы, еще что-то, но это все нужно делать на полных скоростях и с полной отдачей в защите. Сегодня, в последней четверти, этого, наверное, не было. Ну а так, в принципе, игру контролировали и заслуженно победили. Все, есть. Потому что вы уже на четвертой четверти выходили, уже уверены, что он уже победит, может, он уже все победит. Наверное, так и есть, да. Скорее всего, выходили. Я поэтому говорю, что нужно уважать себя и играть до конца. Может быть, останется там 5 минут, да, и у нас будет там плюс 20, плюс 25, чтобы дать шанс там. У нас вот Зотов есть, да, молодой игрок, который должен был сегодня вроде бы как выйти поиграть, но из-за такой вот концовки, которая получилась, у меня, наверное, не было времени за это. То есть даже ради того, вот человеку 17 лет, и ради его минут мы должны вот играть до конца, чтобы он вышел и почувствовал этот бой, игру, суперлигу и так далее. Всего. Есть. Спасибо.